Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. И смотрите продолжение партии за королевство кушитов в Old World на последнем уровне сложности. Подробности все в первой серии, ссылка на весь плейлист в описании, в прикрепленном комментарии. Переходите, смотрите, узнавайте. Единственное, сейчас добавлю, вот я записываю, когда это дополнение уже вышло, и... Оказалось, мне об этом заранее не говорили, что целую неделю после выхода дополнения вы за эту цивилизацию можете сыграть бесплатно. То есть до 10 октября включительно. Потом она будет платной. Так что если хотите попробовать Королевство Кушитов вот, параллельно со мной, пожалуйста, как раз играйте, тем более вот я сейв этого прохождения выложу. Можете параллельно со мной. Не знаю, правда, когда вы эту серию увидите. Может, еще возможно будет, но тем не менее. Ну что ж, продолжаем прохождение. Так, по словам ваших придворных, герцогиня Мадикен с каждым днем все больше походит на своего отца, принца-консорта Амину. Так, она может стать либо алчной, продажной, либо зажиточной. Зажиточной, отлично. Но это лучший вариант. Видите, как наместник получает деньги в ход. Так. Что у нас тут происходит? Мы открываем пока лесничество. Война, значит, с вандалами и налет здесь. Этого рабочего как-то защищать. Так, тут мы лечимся, тут вводим. Видите, я если по этому ударю, то вот этим... Ну, короче, бью сюда и наношу урон всем вокруг. Это у топорщика такая способность. Так, здесь, наверное, какого-нибудь еще мечника можем проапгрейдить? У нас пока все раненые. Тут надо врываться, наверное. Нельзя апгрейдить юнит, пока он раненый. Попробую вылечить, чтобы следующим ходом проапгрейдить. Он с Мироя уже падает практически. Тут стоим. Тут стоим. Тут стоим. Так, тут, наверное, надо восстановление сделать лучше. А то жопа будет. А, блин, стоп, а чем мы стоим? Тут он нас сзади нападает. Так, ну тут архив все равно. Но не стоим. Так, посмотрим, что у нас рабочие хотят. Ага, тут я хочу пастбище точно. А здесь пастбище сделано. Наверное, все-таки потратим приказы на атаку вот этого чувачка. Так, гарнизон предлагают тут сделать. Тогда тут казармы, возможно, тогда будут, да? Ну, давайте поведу сюда... Рабочий. Блин, вообще, с другой стороны, фига нам в ту сторону. Нам гарнизон в эту сторону надо. То есть вот на месте того, где у нас сейчас пращник. Тогда лучше, наверное, пока здесь вот тут ферму поставлю. Все еще проблема с приказами. У моих соперников приказов где-то на 10 больше, чем у меня. Хотя вот у Греции примерно 20 у хеттов я заметил. Ну, у хеттов просто... 26 у Ассирии. Блин, мне там, по-моему, убили в Мирое юнит.
у серии «Мир с Римом». Наш царь захворал. Так, и в Зороастризме укрепили религию. Да, убили юнит. Ну, надо сюда тогда всовывать мечника. Надо хоть одного добить уже. Вот эти налеты просто задолбали. Это вот тут вот генерируется. Тут лагерь данов. Собирается до хрена юнитов, когда их слишком много, они сюда приплывают. Просто задолбали. А чтобы туда добраться, это вот прикиньте, надо вандалов сначала добить, потом до этих данов конченых. Вот только сейчас растущее у нас должно быть событие. С момента открытия обработки металла дела в литейных мастерских Кушита пошли в гору. Умелые ремесленники выплавляют каждый день столько металла, сколько раньше и представить себе было нельзя. Город Дангиил превратился в производственный центр всего царства. Горны извергают пламя днем и ночью. Вокруг города рабочие выкапывают новые и новые ямы, куда сваливают отходы производства. Рабочие отлично знают свое дело. Теперь у вас полным-полно железа, которое только и ждет, чтобы попасть в руки умелых кузнецов. Так, плюс 280 железа. Разобраться в процессах и повысить производительность по всей территории Кушита. Это мудрость для нашего царя. Обменять излишки железа, чтобы выстроить отношения. О, плюс один приказ. Минус 14, слушайте, я вот это, наверное, брал. Хоть всего лишь один приказ, но мне каждый приказ на вес золота. Так, генерал. Мудрость повышает шанс крита, харизма, защиту, отвага. Дайте отвагу. Ну, для генерала отвага. Так, в Мирое продолжаем восстановление. Всесебе. Буду топорщика строить. На самом деле мы можем, видите... Воин на один ход быстрее строится, не 6 ходов, а 5. Но нам один ход придется потратить, чтобы его апнуть в топорщика. Ну так и зачем? Те же самые 6 ходов. Так лучше сразу топорщика построить. Так, камня у нас пока достаточно. Я бы здесь домик строил. Тут, наверное. Нет, или тут. Соседство, сосед... Да, тут. Постоянная нехватка ходов, конечно. Просто постоянная. Чё делать? Ну... По очкам мы хотя бы на втором месте. Как меня задолбали эти варвары здесь. Просто не передать словами. Еще племенной налет около Данги. Ну это вот здесь, скорее всего. Или, кстати, там вот Карфаген объявил уже войну вандалам или нет? Так, мы вылечились. Так, пока больше ничего вроде... Ага, вот улучшились отношения с семейством Ям, что новый лидер. После церемонии погребения Батахали и судьи к вам подходит девушка, которая называет себя давно пропавшей дочерью покойной. Обязана служить вам, как ее мать. Ну давайте, примем придворный солдат тем более. В одном из самых процветающих кварталов города зародилось движение интеллигенции. Неудивительно, что многие талантливые юноши и девушки родом именно оттуда. Кого нам пригласить ко двору? Философа, чиновника... Нет, я бы предлагал, наверное, министра лучше. Приглашал бы. Так, он строитель у нас. Харизма, дисциплина.
Наместник в Дакке, зажиточный или раскопщик? К рудникам и каменоломням. Давайте, наверное, раскопщик. Блин, они еще стоят. Я не понимаю, почему на них тоже эти городские районы работают. Это меня поражает. По идее, я понимаю, что это, типа, так же сложно. Там хотя бы местные жители как-то им должны мешать, например. Точно такая же защита, как... Вот видите, плюс 25% к защите от городского района. Мы тут так колупаем долго вот из-за этого. Просто расположились в городских районах, все. Харка могучий. Могучая кучка. Может, все-таки тут начать гарнизон строить тогда? Я бы здесь начал лучше гарнизон строить. Так, и один приказ остался. Один след топорщик, ни хрена себе. Тут давайте тоже топорщика, как-то форум долговато. Ну, все-таки это у меня военные города, то есть у меня в Дакке и в Сисебе должно быстрее всего строиться. Это за счет количества муштры. Видите, у меня вот эти два города, охотников, у них больше всего муштры должно быть. Ну и в Керме, кстати, 10 еще. А в Керме что делаем? Архив доделаем. Вот еще в Керме поставим, давайте, в очередь сразу топорщика. Не, хотя тут не хочу я. В Керме давайте здесь казармы лучше строить, вот в этом месте. А, подожди, я не могу строить, вот тут я могу. Потому что казарма должна два городских района рядом иметь. Давайте я даже, наверное, куплю приказ и начну казармы строить. Чтобы быстрее здесь построился топорщик. У нас варвары выносят постепенно на армию. Ну и плюс мне надо мечников капать в топорщиков, я не могу, потому что они постоянно раненые. Мировые практически взяли, я вам хочу сказать. Блин, топорщика могут и убить следующим ходом. Бесплатная муштра, бесплатная еда. Давайте, наверное, муштру возьмем. Два хода. Ну, еды у нас тучат дофига, она самая дешевая. А муштру-то нам неоткуда взять. Ну, это можно сказать еще, типа, 8 приказов. Так, торговля. Можем продавать железо, получать соцкапитал. Ну, я бы торговал, потому что это улучшает отношения. Давайте соцкапитал. Герцогиня Мадикин, внучка, то есть она через будет. Давайте тогда политику, наверное. Будет через один правителем. Так, ну,
Карфаген вроде не в войне. Еще раз посмотрим, но он не в войне с вандалами. То есть он сюда просто выходит, этих убивает, которые тут появляются. Блин, как они вот неудачно стоят здесь, просто трындец. Я не могу, тут река, я не могу урон нормальный нанести. А выхожу из... Не знаю, этого что ли бить? Надо хоть кого-то убить, блин, уже. Не знаю, попробую так хотя бы сделать. И не добиваю. Надо внутрь города встать. Я думаю, тут убьют какой-то юнит. Какое-то такое ощущение нехорошее есть. А, стоп, я это лапнуть могу. Во. Думал, на что приказ потратить. Ну и может, кстати, повысить. Из города следопыт, фигня какая-то это все. Так, а тут у меня все походили, да? У меня еще, видите, проблема... Вот эти юниты, которые здесь, этой семьи, у них минус к силе. Я не понимаю, какого хера именно эта семья. То есть вот тут написано, почему. Но нападают даже не на ее города. Вот в этой семье именно проблемы со счастьем. Не знаю, может, кстати, давайте... Куда у нас отправляются? Вот в Сесебе еще надо жемчуг. Давайте лучше добавлю... приказ и в Сесебе отправлю жемчуг. С Римом, я так понимаю, у нас надолго хорошая... Нет, ну, пожалуй, не топорщик, ну, ёбан. Как они задолбали, просто трындец. И еще мятежника образовали в Дакке. Просто мрак. Культура... Нет, давайте цивики брать. Сейчас мы можем какую-то... Мы, наверное, сейчас религию примем. Должно быть, устали от жизни в одиночестве. Дворцовые... Ага. Нам жену, ну, блин, 67. Ну, хотя мы можем все равно взять кого-то. Генерала, героиня. Наверное, генерала возьмем. Еще и дань от данов. 1,4 приказа на 40 лет. Вот ее берем. И мы теперь в состоянии мира. Ну, это, как говорится, ненадолго. Чиним гарнизон.
Все свирепые против пехоты. Давайте против этого как раз. Я хочу... Я могу сюда наместника посадить, но мне надо, кажется, религию государственную принять, я так считаю. Так какие еще законы у нас? Ну тут ничего интересного, я вам смотрел прошлым разом. В прошлой серии. А, стоп. Я забываю, что тут надо... Тут надо, чтобы принять эту... Надо вот это... Либо это божественное правление... Принять это гражданство надо открыть, это чтобы язычество принималось. Либо что? Мировая религия. А что за мировая религия, не пойму. А, ну типа какая-то из религий, ну типа, понятно. Ну хорошо, тогда законы не принимаем, давайте сюда наместника. Во, плюс 4... К счастью. Царь, конечно, крут, но он скоро умрет, мне кажется. Блин, ну хотя бы его куда-то надо... Ладно, назначу его. Просто он очень много дает. Очень много. Посол нам нужен. Мнение чужеземцев плюс 65. Ну, кстати, тоже круто. Ладно, нанимаем. Что он тут умеет делать? Торговые соглашения, Верховный Синод, Национальный мир. Так, и жемчуг отправим в столицу, я думаю. Топорщика строим. Мы слишком много юнитов теряем. Так, мы ускорить никак не можем, да? У нас ничего не открыто здесь. Блин. Сейчас я два приказа куплю, потому что надо, во-первых, этого вылечить. Или не будем лечить, просто проатакуем. Проатакуем просто. Плюс 22 приказа все равно не хватает. Ой, боже. Ну, последний уровень сложности, что сказать. Победю вообще. Но тут Old World сложнее намного иметь, чем шестерка. Поэтому страдаем. Еще налет пошел. Натакомания интриган. Мне казалось, написано, наркоман интриган умер. Так, дополнительную муштру получили. Бесплатный придворный ученый. Ну, наверное, надо брать опять же, потому что вот это все долго открывается. А, у нас царь не был в лишиизме? Я не заметил, кстати, вообще. Да, как долго мы тут колупаем все, как долго.
У нас дофига муштры, поэтому я добавляю генералов. Пастуха сделаю. Это еще дополнительно полприказа. Так, еще казармы, я думаю. Только вот здесь я хочу. Может, и в Мирое казармы строить тогда. Блин, забываю, что два этих надо. Ладно, это уже походил, получается. Так, 7 приказов осталось, кстати. Так, что нам, на что нам их потратить? Ну, скауты, естественно, могут. Первыми, кстати, вот эту реку нашли и обратно прячусь в лес. Следующим ходом тут появится юнит, но по идее мы можем вот этими юнитами уже сюда переться. Вот этого только парня надо убить. Так, этим скаутам нам некуда идти. А вот как нам сюда попасть? Видите, там руинки есть, но через горы не пройти. То есть только проплыть. У нас точно все юниты походили, никто тут у нас не стоит. Да, все юниты походили. Что у нас по силе? Я думаю, что я уже слабее всех, потому что мне варвары так нормально. Блин, Карфаген гораздо сильнее. Но вот я Карфагена боюсь реально, что он может на меня начать нападать. Кстати, не особо хоть. Ладно, вот тут поставлю скаута, чтобы он смотрел за происходящим. О, уже городки, видите, рост, 40 денег потребляет и 0,6 культуры. Городки у нас уже тут повырастали. И встал прям на городской этот. Кайф. Наместник в Сесебе. Умная. Науку за уровень. Новые юниты. 50 очков опыта, если осадная и корабль. Это мы точно не будем делать. Вот давайте отвагу. Это ускоряет строительство юнитов конкретно там. Так. Пять ходов до строительства колосса осталось.
Так, вот сейчас у меня уже ощущение, что мне хватает приказов. Ну, не знаю, ну на этом месте я не хочу лесопилки строить. Рядом с рекой, рядом с центром. Не вижу смысла. Давайте, может, вот здесь еще рудников. Так, тут кустарник, а не лес. То есть, если что, скаута будет видать. Тут встану. Мне кажется, как-то юниты сильноваты все-таки у варваров. Как-то я с генералами совсем. Ну и, конечно, я просто не понимаю, почему эта семья в такой жопе. 200 от недовольства, это от городов. Недовольство в городах, но... Недовольство в городах чаще повышается, когда их атакуют. Меня больше атаковали города, вот, например, тех же Сиджу, земледельцев. Еще все себе появляются. Да господи. Рим в войне с Грецией. Зашибись. Главное, чтобы Греция не вынесла Рим. Так, придворный Колхата. А у нас ученая. Дальше пойдем. Верховный советника, наверное, давайте откроем. Или би... Ну, блин, я сейчас не собираюсь на кхетам лезть. То есть мне для того, чтобы к хетам переправиться, беремы нужны, но, блин, это еще настолько не скоро будет. Мне бы отбиться. Так, два ополченца. Нет, лучше не надо. Там они могут еще нападать. Дополнительное обучение Калхате плюс одна мудрость. Так, а вот тут можно лесопилки, кстати, поделать. В этом лесу. Хотелось бы вылечить, конечно, но... Нет у нас времени здесь. Может, Карфаген уже начать нападать. Гораздо сильнее, ё-моё. Меня сейчас Карфаген вынесет. Видите, отсюда меньше урона наносишь, чем вближе. Но это прачники, так, они, во-первых, не прокачаны еще у меня. Не хватает все убить. Да блин, вы прикалываетесь. Ладно, так сделаем. Потерял там пару ходов, правда. И тут не хватает добить. Ну что ты будешь делать? Так, ну тут надо купить ходы. И продолжаем делать юниты топорщика. Иначе мы тут без армии сдохнем. У нас самые большие проблемы из-за этого, что моя семья, которая должна воевать, у нее... Самое худшее настроение. Мех и мед. Хрен у нас он будет, правда. Еще в Сесебе мятежник. Это задолбали вы, ну... А-а-а.
развлечь жителей пышными гуляниями. Этих ребят отсюда надо атаковать, тогда по обоим будет проходить урон. Видите? Из города плюс 25%. Ну давайте возьмем, мы тут в защите. Видите, плюс 25% проходит. Да, он заслужил на... Ну, денег у нас дофига, так что награды раздаем. Так, вот тут я бы, наверное, только так проатаковал, а этого вылечил. 7 приказов остается. Так, хорошо. Мы можем, по-моему, вот сюда посадить Губера, опять же. Плюс 2 счастья. Вот ее давайте. Может, все-таки закон принять, раз у нас опять цивиков много. Рабство, свобода, централизация, вассалитет. Наверное, централизацию возьмем. Плюс 8 науки, это, ну, 1/5. Так, 5 приказов. Еще вандалы. Так, надо как-то аккуратно. Ну, хотя у нас марш может быть еще. Хотя марш возьму. И один приказ купим. И вот сюда. Вот, вот отсюда от данов постоянно набеги. Сейчас, я думаю, скаута проатакуют, но не должны убить вроде. Так, ну у нас хотя бы не лучше с приказами стало. У Карфагена мало приказов, я смотрю. Много армий, но приказов немного. А, нет, убьют скаута. Что за Аманирена нетерпимая умерла? Ну, с хеттами я не хочу улучшать отношения, они мне ничего сделать не могут. Так что с Римом давайте. Это отправить 42 единоразово камня. Все больше походит на мать. Храбрая, крепкая или глупая? Пожалуйста, только не глупая. Глупая. Что не тупая хотя бы. Да, только не переспать с Малежиком, да. У вас появился новый незаконно рожденный сын по имени Сиаспика. Так, сука, моему королю... 72 года, нифига себе. Старик, магёт. Так, пускай тактику изучает.
наконец-то. Наконец-то закончили. Так. Генерала хочу добавить. Плюс 26% к атаке, нормальненько. Что-то я мало, мне кажется, этих святилищ строю. У меня же вроде способность, чтобы больше бонусов дает. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Губеры везде сидят. Просто думаю, на что мне еще потратить приказы. Можно было бы торговлю, но там требуется сотка, чтобы отправить торговое предложение, сотка соцкапитала, чего у нас нету. Ну, придется заканчивать. 6 приказов продадутся. Вот, считайте, за 41,2 сейчас. Денег у нас дофига, так что нам именно приказов постоянно не хватает. Кажется, еще в городах надо праздники попроводить, чтобы снизить недавно хоть немного. Блин, вот бы там Рим хоть как-то Грецию остановил. Но у меня ощущение, что скорее Греция захватит Рим. О, Мирое, Дака и Сесеби мятежники. Ну что вы будете делать? Ставить под сомнение мир, да пожалуйста. Еще 7 приказов. Давайте возьмем. Прибывают представители из Академии с вестями о герцогине Мадикин. Дела у нее идут отлично, она растет отважной девушкой, вся в мать. Плюс одна отвага. Казармы. Так, главное не дать им занять городские клетки этому юниту. И не через речку атаковать. Этого, по идее, мы быстро должны завалить. Он всего лишь стреляющий. Харка победонос. Ну, конечно, победонос, блин, постоянно какие-то восстания. Задолбало, уже сил нету.
Ну-ка, и тут минус идет недовольство. Ну вот, празднество провести. Или этого сделать старшего специалиста. Но он каллиграфия только добавляет счастье. Или стены везде построить на всякий пожар. Ну, стены просто тоже будут добавлять счастье, когда там будут юниты стоять. Ладно, стены давайте. В общем, я тут вот быстро так уходит, потому что стен нету никаких. Еще можете, конечно, сказать, так замирись с вандалом. Не считаю, что это правильно. Считаю, что нам надо эти два места занять, пока Карфаген с ними не воюет. Будьте места позанимать. А, агент просто пока сильнее. Немножко армии я настроил. Господи, столько мятежников. Какой этот уровень? Ну, 7 это до хрена, конечно. Нифига, вот туда Карфаген ведет армию. Просто интересно. У тебя вот тут снизу Ассирия есть. Вот бы он еще с Ассирией стал бы. Как у него отношения с Ассирией? О, самое плохое. Минус 95. Культуры набиваю, конечно, завались, но... Никак так, какие у нас тут события? Никак не могу выбрать... О, колосс построили, зашибись. Что он там нам цириков дает? А, один уровень для новых юнитов. О, вот это круто, кстати. Мы как раз везде все строим. Так, герцогиня Мадикин... Завершила обучение. Вторая очередь. Герой или оратор? Наверное, оратор будем брать. В качестве наместника. Будущее мнение всех религий плюс 40. Можем вербовать племенных наемников. И все города. Один приказ вход. Отлично. Там дружелюбные должны быть. Все, следующим ходом вот эта группировка идет, вот этот лагерь зачищать, я думаю. Три муштры вход. 10 очков опыта для юнитов. Ну, нам его тогда строить надо не там, а где-то здесь, чтобы... Потому что там 10 очков опыта юниты получают.
Ну, тут вообще для камня надо. Так, и соседство ему не обязательно. Давайте вот здесь построим. Там соседство ему не обязательно ни с чем. Так, тут, наверное, рудник просто. Все еще камень самый дорогой ресурс. Дерево один из самых дешевых наравне с яблоками, поэтому мне с лесопилками, мне кажется, спешить нету смысла. Так, мы еще не встретили Египет, мы не встретили Вавилон и кого-то еще. Египет, Вавилон. Кто-то еще, по-моему, должен быть. Всего 9 должен быть на карте. Ну, Египет мы даже видим где. Что он там чудеса строит. Так. Царь мертв, новое отношение с нами расстроенное, блин. Так, бесплатную колесницу надо брать. Минус 76, так, жопа начинается. Ну, лучше бы нам улучшить отношения с Карфагеном. Ладно, давайте с Грецией. Ну, с хетами не хочу. Все еще надеемся их захватить когда-нибудь. Да, не придавать значения, отправим традиционные дары, чтобы хоть немножко улучшить отношения с царицей Занбак. Так, быстро летит время, герцогиня Асата выросла и вовсю тянется к знаниям. Давайте политику пускай изучает. Советник можно добавить. Ну я кого помладше добавлю. Сюда мы вот этого топорщика еще перебросим на помощь. А эти лечатся в надежде апнуться. Так, ну что, надо выдвигаться сюда, я думаю. Столицу чуть варвары не взяли, да. Так, Рим в войне с Грецией. И в мире с Ассирией, но недалеко. Ну вот, Египет вот здесь, видите? Нам показывают тут его чудеса. То есть вот тут кто-то должен быть еще. Блин, а какие-то еще реально цивилизации есть? Что-то я... подзабыл. Нации надо искать. Ассирия, Вавилон, Греция, Египет, Карфаген, Куши. А, Персия еще, Персия. У вас Египет здесь, а еще где-то Вавилон и Персия. Но я думаю, вот в этих местах, скорее всего. Их мы еще даже не встретили. Я просто думаю, может, для каких-то рабочих купить приказы. Так, вот я для этого куплю, чтобы он вылечился до конца, чтобы не терял ходы потом. Так, здесь нам деревню нельзя будет строить, поэтому тоже нету смысла спешить. Тут лесопилки можно сделать и лагеря. О, что тут хет? О, слушайте, хетты уже перебыли. Вот, кстати, теперь я боюсь, чтобы как бы хетты на Сесебию не начали нападать. Хетты уже Берему построили и могут
перелазить. И у них вот это у них уникальный от их. А мне для уникальных юнитов еще цитадель. Кстати, этим заняться, вот цитадели реально построить. Реально везет, что никто из соседей на меня не нападает. Как вот так топоры можно в лицо людям кидать, как они это делают? Да харе, ну что вы на одном юните концентрируетесь? Задолбали. Так, во время учений вдоль границы на герцогиню Ахрасан с группой других учеников нападает банда бродяг-дикарей. Отчаянно сражаясь, молодые люди отражают нападение варваров и обращают их в бегство в леса. Так, как их за это почтить? Нужно восхвалить за храбрость и сплоченность, отвага и героизм, восхвалить за преданность и мастерство, мудрость и дисциплина. Она тактику у нас изучает. Третья в очереди внутрь. Ну, то есть, вряд ли она будет... Она будет сестрой правительницы, скорее всего. Блин, а когда у нас этот сдохнет? 76 лет. Даже рядом не видать. Знаете, наверное, все-таки преданность и мастерство. Так, вдохновляющий, воинственный. Я бы воинственный брал, хотя это и керма. Воинственный. Наконец-то можно этого бетопорщика улучшить. Кстати, вот сюда поставлю его, чтобы он сразу еще и опыт набирал. А этого сюда и вылечить. Тут скоро тоже, ну, следующим ходом казарма будет. Тахарка лев. Ну, у нас, я думаю, что мы первые по количеству убитых юнитов. Не, вторые. Слушайте, у кого-то еще есть проблемы. Немножко его добить. А вот так должно хватить. Основу побежденных войск вандалов составляют сбежавшие гладиаторы, хорошо натренированные рабы и бывшие солдаты. Гуитифрида вандалка, предводитель гладиаторов, пусть она и простолюдин, но она признает силу. Встретившись с ней лицом к лицу, Гуитифрида вандалка... Она представит силу, встретившись с ней лицом к лицу. Кланяется вам, позволь нам биться за тебя. Но я думаю, надо принимать. Получаем топорщика. Хорошо, ваши клинки тебе принадлежат нам. Для нас вы представляете большую ценность в качестве рабов. Два гражданина и четыре пограничных клетки у Дангиила, плюс две легитимности. Или придвор... Нет, нам топорщик нужен. Нам 100% нужен топорщик больше. Как видите, вот это место мы теперь можем держать и можем поселенца строить. Кстати, может быть, в Дангиле как раз и построим поселенца 7 ходов. Потому что мы, конечно, быстрее можем в каких-то этих, а в Керме сколько? Тоже 7. А в Мирое 4. Но мы будем его вести туда. Ну, кстати, мы можем и в Мирое тоже строить, потому что еще, я думаю, мы и сюда поставим город. Так что давайте и в Мирое поселенца делать теперь. Здесь генерала добавим. Здесь просто стоим, я думаю. Здесь, пожалуй, вот сюда отправляемся. Здесь ли... Потому что этот топорщик от этой семьи.
есть стены. Хочется какого-то специалиста, но не знаю пока. Ну вот наши уникальные юниты, лучники Меджай. А это лучники Беджа, еще более продвинутые. Ладно, я, наверное, топорщика здесь буду еще делать. Куплю приказ чисто этого лечить. Что мне не нужны рабочие невылеченные, они теряют ходы. У Греции все еще 7 городов, у Карфагена 6, у меня 5. Но я к 7 стремлюсь, а Сирия 4. Один легендарная Хатуса, город-государ. Хетты тут отыгрывают город-государ. А у Рима. Что по армии? У Рима гораздо слабее, у Греции аналогично. Значит, Рим проигрывает войну, судя по всему. Герцогиня Мадикин стала еще более ленивой. Так, бесплатную колесницу получили. Но теперь, я думаю, пора и беремы открыть. Действие независимо от военного командования. Герцогиня Ахрасан вместе с группой верных солдат и наемников нападает на лагеря вандалов. Идет ожесточенная и кровавая битва. Ахрасан неволей вспоминает приграничные стычки во времена своего обучения. Одержав победу над вандалами, отряд торжественно покидает поле боя, неся перед собой знамена и голову Хильдериха. Это типа царь вандалов был. Так, отчитать за беспечность, отметить триумф в столице. Минус дисциплина, правда, будет. Но перемирие с вандалами... Нет, так мне не надо перемирие с вандалами. Подождите, мне перемирие с вандалами не надо. Так что отчитаем за беспечность. Нету свободных генералов, потому что просто повышу штурм. Это при атаке, типа плюс 10 при атаке будет. Так, колесницу я сейчас подумаю куда. Ничего не могу повысить. А, он уже атаковал. Вот этот у нас, этого можно повысить. Так, стража, точность, десантный на регу, осадных, когда город атакует. Ну, давайте осадных дел мастера возьмем. Так, и колясочку, наверное, сюда переброшу в помощь. Тут через речку будет, что ли? Не пойму, нет вроде. Видите, минус 5% расстроенная семья.
Это вот эти Сиджо, а у этих вообще минус 20. А, блин, для крепости еще 4 закона требуются. Я-то думал уже... Фига себе. У нас даже не все 4 закона открыты. Не то что... Так, ладно, я сейчас открываю навигацию. Там крепостничество, да? Колонии и крепостничество. Что это дает? Крепостничество приказы, а колония можно покупать клетки за деньги. Так, у нас уже камня дофига. Может, еще какое чудо? Остался большой цирк, пантеон, и все это требует легендарный. Легендарного столько Мироя. Большой цирк дает 10 очков опыта для юнитов кавалерии. Ну, такое. Пантеон требует священный город. Ну, у нас вот есть священный город вроде. Но он дает глобально 40 муштры. Города с государственной религией. Но мы государственную религию не можем принять. Собор Святой Софии. Все города, два счастья. Вот нам бы собор Святой Софии, 1800 камня. А вот еще на городской предмет... Во, еще вот это круто. Регулярно создает караван. Кстати, вот это прикольно. Нам бы вот эти два чуда как-то попробовать ухватить. Пока я тут стою, как бы никто не может это занять. У нас, конечно, уязвимая ситуация получается с этой стороны. Карфаген может куда угодно просто нападать. Тут-то я против Рима, ну, по-хорошему, 4 клетки прохода держу. От хеттов им переплывать надо. Герцогиня Мадикен с данными нет. Кстати, можно попробовать... послать предложение о браке. Но я не хочу ни рабство принимать, ни свободу, честно говоря. Потому что, ну, 68 монет, зачем мне 400 соцкапитала тратить на 68 монет вход? У нас и так больше 1000 просто. А, значит, кто у нас? Вот наша династия, да? Следующая у нас принцесса Касака будет, и после нее герцогиня Мадикен, да? Так вот, если мы ее выберем, и зарубежный брак с Карфагеном попробуем. Как раз два приказа, 100 соцкапитала. Попробуем, это должно улучшить отношения. Блин, мы на эпосе столько культуры нафармили, конечно. Штурм, давайте кровожадный против раненых. Штурм,
проходит. И здесь не добиваем, правда, но следующим ходом точно убьем. Так, по-моему, у нас все мечники, которые были, стали топорщиками, да? Да. Что вообще по армии нам говорят? Рим нас гораздо слабее, Греция аналогично, хетты слабее, Карфаген сильнее. Вот единственное, что Карфаген, вот я боюсь Карфагена. Единственное, кого я боюсь в этой партии, это Карфагена. Блин, вот это вот неудачно мне тут стоит, мешает. Я не могу ближе подойти, чтобы пострелять по этой фигне. Ладно, тогда мы по-другому сделаем. Я лучше этих отведу. Вот этого нераненого поставлю сюда. Повышу его даже, наверное. Храбрый, ну это... Суровый, вот давайте сурового сделаем. Так, ну и теперь рабочие что тут могут сделать? Каменоломни не хочу. Так, какие у нас еще святилища есть? Так, Кушитская пирамида рядом со святилищем. Ну, кстати, здесь можно. Почему нет? А этой может дорогу проводить. Блин, где тут показывает соединение? Дорогу как-то сделать. 28 приказов. Смотрим, сколько у других. У Рима 25, что ли? Ого, у Греции больше 40. Ни хрена себе там. Ну, конечно, она... О, персы показывали. Значит, мы что, персы встретим? Походу, мы что встретим. Стало только что было показано, сколько версий. Я, правда, не заметил, сколько конкретно, но позвало. Блин, ну что так больно? Царица консорт Рута никогда не прощает обиды и часто пребывает в скверном расположении духа. Вот уж поистине злопамятная особа. Вот, брак из Карфагена. Так, этот интриган, этот тактик. Мудрый, харизматичный, без отваги, но дисциплинированный. 46 лет. Наверное, интригана все-таки возьмем. Он и помоложе будет. Гиско образованный. Вот видите, плюс 20 за брак с Карфагеном. Происшествие в Академии тактики требует вашего внимания. Герцогиня Ахрасан вступила в физическое противостояние с одним из своих инструкторов, сломав ему нос и выбив несколько зубов. Военные наставники требуют компенсации за подобное оскорбление чести. Мы должны заплатить за Ахрасан, если хотим, чтобы она продолжила обучение. Заплатим. Нет, все равно не показывай, чтобы мы персов встретили. Thank you.
Харка неуязвимый. Ну, мы, конечно, кучу юнитов поубивали. Ничего не скажу. Уровень, видите, он сам набил тут уровень, стоя в казарме. Так, осадных, кровожан против поврежденных. Давайте прокачаем. А, подожди, там же... Блин, где-то тут появились восставшие. А, в Дангииле. Генерал появился. Сейчас подумаю, куда его добавить лучше. Тут у нас, по-моему, все с генералами. Так, генерал, плюс 5 против ближнего боя, если получен, давайте суровый. Ну, как-то они постоянно все раненые, то, мне кажется, прокачка на суровый более крута. Так, ну, наверное, я куда-нибудь сюда генерала добавил тогда. Когда у меня тут поселяется 4 хода, а здесь один. Надо уже город быстрее тут ставить, а то у меня будет постоянно юниты выбивать. Так, тут я дорогу хотел делать. А на пустыне я не могу тут строить, получается. Да, не могу. Видите, на пустыне пусто, когда я навожу на камень. Так это все построено. Блин, что ж мне тут... Гарнизон есть, крепость нельзя, Одион театр, все это есть. Казармы две штуки. Казармы только две штуки можно строить за город. Ну, тут надо рудники и каменоломни получается. Давайте сюда реально каменоломню. А здесь реально рядом рудник. И даже на всех хватило приказов. Да, слушайте, очень тяжело. 85, отстаем от Греции. Блин, меня смущает. Неужели у греков больше нет никаких соседей? Что они себя уничтожат? Слабее. Слабее. О, они оба слабее стали. Так, это хорошо. Открытая навигация. Роща, ну, по-моему, только одна роща. Я бы лучников открывал, чтобы стрельбище строить и апнуть прачников в луч. Там, правда, конечно, требуется дерево дофига. Так что надо сейчас на лесопилке переключаться, мне кажется. Тактиком будет, да. Поехал поселенец.
Видите, и Рим слабее меня, и Греция слабее меня в плане силы. Значит, они там друг другу армию покоцали, и у Рима вроде ни одного города не захвачено. Но мне бы было важнее, чтобы Рим захватывал города у Греции. Так, приму закон. Простите, никаких событий нету? Нету. Крепостничество или колонии? Просто покупать клетки за деньги — это неплохо. У меня просто так... Я бы крепостничество взял, но у меня такие проблемы с несчастьем, что лучше нет. Топорщик завершен. Ну, давайте прачника. А, это у меня уровни за счет колосса. Это оно не накачивалось внутри, это за счет колосса я получаю сразу уровень. Так, суровая мастерица щита. Сколько 35? Давайте, наверное, щита, потому что тут эти все стреляющие какие-то. Неприятненько. Думаю, не должны убить эту, пока стоим здесь. Денег уже под 10 тысяч. То есть, в принципе, по ресурсам... Так, я, наверное, куплю два приказа. Хочу дорогу тут проводить. А у меня города соединены. Но они соединены типа там по морю. Это просто вот если надо перебрасывать между городами юниты быстро. Чисто для этого дорогу провожу. Вообще на самом деле мне даже важнее вот тут дорогу провести. Хотя и тут считается соединенная, а соединенная она опять же по реке. Вот так надо смотреть. Видите, океан и типа по реке соединено. Поэтому считается, что города в одной торговой сети. Но думаю, что на этом логично закончить. Серия такая, страдаем от набегов и восстаний получилось большей частью. Но дальше, я думаю, будет интереснее. Можно тут уже все зачистить. Со временем вандалы уйдут в прошлое, а вот восстания в городах будут, что у нас проблемы со счастьем. У нас проблемы со счастьем. То, получил ачивку, но почему только сейчас? Я уже Кушитские пирамиды строил до этого, потому что только сегодня вышло, в общем-то, дополнение. На этом все. Продолжение в следующей серии. Спонсоры канала могут уже поискать ее в плейлисте. Для всех остальных она появится завтра. Не забудьте лайк поставить, написать комментарий.
ну и поддержать канал как-то финансово, если вам сильно нравится. Все реквизиты в описании в прикрепленном комментарии. Играйте в умные игры, слава Украине, живи Беларусь, всем покеда! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.